Как вы отметили, повестка дня достаточно обширная. Там присутствует в том числе и транспортный компонент, мы сегодня это обсудим. Проект международного транспортного коридора «Север-Юг», объединяющий наши страны и наших партнеров, имеет глобальное значение для безопасности грузоперевозок и для стимулирования торговых отношений между многими странами. Вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч, и мы также рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и более широкой географии, и от действенного взаимодействия между нашими странами зависит очень много. И мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов.